Шачипутам Адрасурупам Рупам Тасагаджабури Пурим Матурим Гошурадхим Радха Кундамагиривадам Кришная Кришна Бхактая Тат Бхактая Нумо Нама Ананда Лила Брая Викрая Хима Бхаджи Пьяцтави Сундрая Тасмай Маха Примара Сампрадая Чайтанья Чандрая Нумо Намасте Чайтанья Чандрая Нумо Намасте Чайтанья Чандрая Намо Намасте Бхактя Бхита Апарана Лекше Чупасти Кхаман Крипа Майка Шикандашикар Сварха Сумри Манора Радикар Сукамама Крипанинде Суприя Чарна Кинкурим Куру Тавай Васми Тавай Васми Наживами Твоя Вина Дивикая Деви Там Намама Таранам First of all, I offer my sister Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaraja Tama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Sata Sisimad, Прежде всего, я предлагаю свою шаштанду Дандават Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя. Нитья Лилы Правишты Ом Вишнупада Штотара Шата Шри Рупану Гачарьи Вари Шрилы Бхактивиданты Нараяны Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to our Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего Парам Гуру Дева, Шрилы Прабхупады и всей Шри Рупануги Гуру Парампары. В завершение я предлагаю свои пранамы всем вайшнавам и вайшнавам. Джай! Causes mercy of Sri Guru and Gauranga, we have been hearing the Nitya Siddha, eternally perfect prayer that was manifested in the heart of Satyavati Rishi Sri Damodarastaka. По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги мы продолжаем слушать Нитья Сиддха молитву, вечно совершенную молитву, которая проявилась в сердце Сатьяврата Риши, Шри Дамодараштаку. Along with the comments, the commentary of Srila Sanatana Goswami, Srila Bhaktipradhan Keshav Maharaj and my Gurudev. С пояснениями, комментариями Шрилы Санатана Госвами Пада, Парам Гурудева и Шрилы Гурудева. So yesterday we began to hear the final prayer
Вчера мы начали разбирать последний куплет, куплет молитвы Сативрата Риши. Намастисту дамне, спрагити дамне, таки радарайата, вишаса дамне, to Dhamne, Spurat Dipti Dhamne. I bow down to the effulgent robe which is binding your belly. Я склоняюсь перед сияющей веревкой, которая обмотана вокруг твоей талии. Which in turn your belly is the abode of all the universes. И твой живот является обителью всех вселенных. So yesterday we discussed the relationship between Vyapaka and Vyapya. Вчера мы слушали обсуждение Вьяпака и Вьяпти. Вьяпья и Вьяпака. Вьяпья is that which is pervaded. Вьяпья это то, что проникнуто. And Vyapak means that which is pervading. Вьяпак это проникающий. So the that which is pervaded is the effect of that which is pervading. То, во что проникает, является следствием проникающего. So Krishna being the cause of all the universes, the universe of Vyapya pervaded by him. Все вселенные. And he is Vyapak. Кришна является источником всех вселенных. Он Вьяпак, а вселенные Вьяпи. So the logical rule is that which is Vyapya cannot encompass. It cannot bind or encircle that which is Vyapak. И по правилам логики Вьяпья, то, во что проникает, не может как-то ограничить Вьяпака, проникающего. The effect cannot overpower its cause. То есть следствие никогда не может быть сильнее причины. So there's nothing within the universe that can bind, that can circumscribe the cause of the universe, who is Vyapya, all pervading. Во Вселенной не существует ничего, что может ограничить, как-то окружить, обвязать Вьяпака того, кто является источником всех Вселенных и который всепроникающий. Then how can a rope, a simple rope, bind up the Vyapaka, Sri Krishna, all pervading Supreme Lord, who is pervading all the universes? Тогда как обычная веревка может обвязать Кришну, Вьяпака, который является источником всех Вселенных? It is a logical impossibility. Это невозможно. But that rope is effulgent because it is the came from the hair of Mother Yashoda, it is part of her swarup, so it is composed of Vatsalya Prem. Но эта веревочка особенная, она сияет, потому что это ленточка из волос Мамы Яшоды, это часть ее сварупы, это проявление ее Vatsalya Premы. So, if that rope which is composed of Vatsalya Prem can bind, can circumscribe the all-pervading Supreme Lord, that means that I bow down to that rope. That means I bow down to Krishna Prem, which has Achincha Shakti, inconceivable potency. То есть, если эта веревочка являющаяся проявлением мамы, любви мамы Ишоды, то Сатьяврат Риши говорит, я склоняюсь перед этой веревкой, которая является проявлением Ачинча Премы, непостижимой любви. By which the Supreme Lord Himself becomes bound. Сила этой любви непостижима, потому что она покоряет, связывает самого Господа. So, we mentioned yesterday that if the abode of all the universes can be bound by this prem, therefore it's understood that prem is the ultimate goal of life. And it is superior to any other attainment because everyone is trying to attain something in this world or in Swargalok, in a higher planet. But one who has attained this prem, has bound and controlled not any opulence of this world, not any opulence of the universe, or any opulence of all the universes, but they have attained something superior to anything available in all the universes. Мы вчера слышали о том, что prem is the param purushakta.
что према это парам пурушарта, наивысшее достижение и достояние, потому что все в этом мире стремятся к чему-то, к богатству, у всех какие-то амбиции, какие-то стремления, связанные с этим миром или, может, с райским существованием. Но если источник всех планов существования покорен этой любовью, то она является самым возвышенным достижением. What to speak of the material universes? All the avatars and all the Vaikuntha planets, everything is within the form of Krishna Vrindavan. Что же говорить об этом материальном мире? Is the Advaigan Paratattva, Supreme Truth. Все духовные планы бытия, все аватары, все ипостаси Господа пребывают в форме Кришны. So I bow down to that prem, which is the crown jewel of all achievements, even beyond all the opulences and the devotional achievements, even in the spiritual world of Vaikuntha. Я склоняюсь перед этой премой, которая является наивысшим достижением не только в этом мире, но тоже выше всяких духовных благ и достижений, духовных миров. So how glorious is that prem? Как велика эта према! So, there are, the word Damodar means whose the waist is bound. Damodar это тот, чья талия. Udar means belly. Живот, удар это живот, то есть тот, кто связан. So, there are two Damodars. Есть два Damodara. One Damodar is the baby Krishna who was bound by Mother Yashoda. Один Damodar это маленький Кришна, связанный мамой Ишодой. And the other is, perhaps you know that the Sakis, they have a very strong desire for Radha and Krishna to meet. Вы, наверное, знаете, что Саки всегда пытаются любым способом устроить встречу Радхи и Кришны. But somehow or other, due to the influence of Yoga Maya, the Lila Shakti, when they meet, Krishna may disappear or Radhika may disappear. Но так бывает из-за One of them may. Из-за непредсказуемости. Лила Шакти, так может случиться, что во время встречи или Кришна удалится, или Радика может убежать. And by the great efforts of the Sakis, acting as duties, as messengers, going backwards and forwards, finally they bring Radha and Krishna together. Саки прилагают всяческие усилия, чтобы встреча состоялась. Они отправляются как посланницы от Радхи и Кришны обратно. So then, sometimes the leader Saki will take the anchal, the cloth of Radhika, and the pitambara of Krishna, and tie them together. Иногда Лалита возьмет накидку Радики анчал и завяжет узел с питамбарой Кришны. So that is Radha Damodar. И это уже Радха Дамодар. And then, at the time of dueling yatra. Во время... Now we sing the song. Njula jule Radha Damodar Vrindavaname Kaisi chai hari ali ali seva kunjame. And in the last verse, Sakiyana prema dhur. And the Sakis are there serving Radha and Damodar. And they are bound by love. Binding by love the lotus feet of Radha and Krishna. Во время праздника качели Дюлан Ятры мы поем песню, последние строки которой выражают, что Саки связали стопы Радхи Дамодара веревкой любви. So this is a very beautiful relationship between Radha Krishna and the Sakis. Радху Кришну и Саки связывают очень теплые, близкие отношения. The Sakis are the manifest vibhuti. That means the mystic powers of Radha Krishna's love. Саки это проявление мистические вибхути, проявление любви Радхи. Visible forms in the lila. То есть это их любовь Радхи Кришны принимает внешние очертания форм этих саки. So they bring Radha Krishna together and bind them. This is Radha Damodar. Поэтому они устраивают, сами организовывают встречи Радхи и Кришны, связывают их. И это Радха Дамодар. So. In the end, see, Satyavrata Rishi is saying, Namo Radhikayai Tadhiya Priyayai Namo Radhikayai Tadhiya Priyayai Namo Radhikayai Tadhiya Priyayai. In the previous verse, he has said,
Puveratma Jobadam Murtyava Yadvat Tvaya Mochito Bhakti Badokatocha. Please give me Prem Yadvat. Like you gave Prem to Nalukuvera and Manigrif, that means you gave them Sakiras. But give me Prem in the way that you gave to them, but not exactly that kind of Prem, because he wants the Madhurya Rasa. And now he's revealing it in the end of the Astakam. Outwardly, he's directly expressed it. В предыдущем куплете Садеврат Риша говорит, пожалуйста, одари мне премой таким же образом, как ты одарил премой сыновей Кувера, Нала Куверу и Манигрива. Я хочу прему, но не такую именно, которую ты дал им, Сакья Расу, а хочу, то есть он тогда еще колебался выразить, что он хочет прему в Мадуре Расе, но сейчас он смело, открыто заговорил об этом. So he's saying, Namo Radhikaye Tvadiya Priya, I bow down to Radhika. Я кланяюсь Радике. Твадия прияе. Твадия прияе. Who is your dear one? Твоей любимой. Or твадия means your devotees, especially the сакхис. Твадия может означать твоих преданных, особенно саки. Прияе, I bow down to that Радика, for whom your devotees, your сакхис are very dear. Я кланяюсь той Радике, которая дорожит твоими преданными, твоими саки. In other words, because those sakis have love for you, therefore they are very dear to Radhika. So kim uta, what can I say, how dear you are to Radhika? То есть если Радика так сильно дорожит саки, лишь из-за того, что они любят тебя и служат тебе, то что же говорить о силе ее любви непосредственно к тебе? Oh, Twadiya Priya, Twadiya means your devotees. Твадия также может означать твои преданные. It may be your devotees like Nanda, Yashoda, Subha, Madhu Mangal, other Brajabasis. Может быть разные преданные, Nanda, Yashoda, Subha и различные Брajabasis. Твадия прияе, I bow down to that Radhika, for whom each one of your devotees is dear because they love you, Krishna. Я кланяюсь Радике, которая дорожит всеми твоими преданными, потому что они так любят тебя. And Krishna's devotees in this world are Twadiya also. И преданные Кришны, живущие в этом мире, тоже Твадия. And all those devotees are dear to Radhika because they love Krishna. И Радика дорожит всеми этими преданными, потому что они служат Кришне и любят Его. So without Radhika's mercy, there is no Krishna, any love for Krishna, because every type of love in every rasa is just a portion of a portion of portion of Radhika, because she is a Purna Shakti, complete embodiment of devotion. Радика резервуар любви к Кришне, она Пурна Шакти, поэтому не может идти никакой речи о любви к Кришне без милости Радики, потому что все проявления любви это лишь частичное проявление ее любви к Кришне. So Namo Radhikaye Twadiya Priyaye, Namo Anantalilaya Devaya Tubhyam. I bow down Tubhyam Devaya unto Dev. Я кланяюсь Тубьям Деву. Dev means Kridashil, one who is very playful. Кридашил, происхождение имени Дев, это игривый. And where does he play? Где он играет? Анантлила. Анантлила. Namo Anantalilaya Devaya Tubhyam. I bow down to that playful Lord, and I bow down to that playful Lord who performs Анантлила unlimited pastimes. Кланяюсь тому Господу, который игривому Господу, который является бесконечной Анантлилой. So here the implication is that скрытый смысл тут следующий. Here Ananta Lila means the lila in which there is Ananta Rasa, unlimited Rasa. Ananta Lila это лила, в которой проявляется Ананта Раса, безграничная Раса. That is especially the Rasa Lila, the Nikunja Lila of Radha Krishna and Braja Gopis. Главным образом относится к Никунджа Лилам, Радхи Кришны Гопи. But so here the word Ли means алинган, embrace. Ли означает алинган, обнятие. And ла means грахан, acceptance. Ла значит принимать, грахан. So I bow down to that pastime, wherein there is unlimited rasa, wherein see Krishna accepts the embraces of Radhika and Braja Gopis. Я кланяюсь той Ананта Лиле, в которой присутствует Ананта Раса, безграничная раса, в которой Кришна оказывается в объятиях Радики и Гопи.
Satyavrata Rishi does not openly say Rasleela. He's but by his words, he's giving an ingit, an indication. Он не осмеливается огласить, обозначить саму Расалилу, но в своих словах он выражает намек на нее. Because there is more rasa when the rasa is covered with a veil. В расе больше раса более интересная, когда она скрыта такой прозрачной. When the rasa is covered with a veil and peeping through the veil, then it's more alluring and more beautiful. То есть более привлекательна раса, если она прикрыта тонким шифоном вуали. And he's also giving Siddhanta that the rasalila is so very high and so confidential. It should not be spoken about in a general assembly. Также этим он преподносит урок седантичный, что раса это нечто очень сокровенное, поэтому не надо прилюдно обсуждать это. Gross, lusty, materialistic persons who are devoid of any austerities and sadhana, they should never hear this. Это что-то нечто очень тонкое, сокровенное, дорогое. They should not speak and they should not hear. И нельзя прилюдно это оглашать, потому что могут это услышать недостойные личности, которые не совершают никакой садханы, которые преисполнены вожделения и скверны, и они неверным образом растолкуют все и будут совершать оскорбления в адрес этой святой темы. Only those who have surrendered fully to Guru and Vaishnavas and endowed with firm faith. Только те, кто совершили самопредание лотосных стоп Шри Гуру Вайшнавов и обладают стойкой верой. And have made this attainment of rasa the exclusive goal of their life. И поставили себе высшей целью жизни достичь этой расы. They are adhikari. Лишь у них есть квалификации, лишь они адхикари. And for others, Shukadev Goswami has given a warning. Naitet samacharit jhatu manasapya nishraha vinasacharan mugdat yataru dabdi jambisham. Just as a person who is not powerful like Lord Shiva should not try to drink poison, so in the same way, an unqualified person who is not Ishwara, having capability, having adequate eligibility, should not imitate this rasalila even in the mind. И для остальных Шукадева Госвами дает предостережение, подобно тому, как человек, личность, не обладающая могуществом Господа Шивы, не сможет переварить яд, не стоит ему пить яд, как это выпил Шива, таким же образом, тому, кто не является Ишвара, способным, нельзя думать, даже думать в мыслях, имитировать Расалилу Кришны. So imitating Расалила in a gross sense, in a physical sense, is all devotees very easily understand that it's quite absurd. И конечно же преданным понятно очевидно смехотворность самой идеи физически имитировать Расалилу Кришны. Even that point is not always obvious. Это кажется абсурдным, но некоторые не полностью понимают эту идею. At the time of Srila Bhaktivinoda Thakur, there was a tantric yogi named Bhishkishan. Даже такая. And he was telling everyone, I am incarnation of Bhagavan, and on this certain night in the forest, I will perform Rasalila, so I am inviting all the young women of the village. You can join me on that night. And persons believed him, and they went, and he compromised the integrity of so many village ladies. And so Srila Bhaktivinoda Thakur was a magistrate. He came with police and arrested him. So even the gross imitation. There's some history of that, actually. То есть, и это кажется, конечно, абсурд для трезвомыслящего человека. Вот эта физическая имитация Расалилы Кришны кажется чем-то абсурдным. Но есть прецеденты того, как кто-то пытался имитировать Лилы Кришны. Например, Бишкишан, йог-мистик, который жил во времена Шрилы Бхактивинода Такура, он открыто призывал всех девушек поучаствовать в его Расалиле, которую он являл ночью. Он представлял себя как Бхагаван, и многие глупые деревенские девушки поддались на его вот эти доводы, и он испортил их жизнь, репутацию и так далее. Шрила Бхактивинода Такур в то время работал магистром, и он вместе с полицейскими пришел и арестовал Бишкишана. Then, slightly philosophically more subtle than that, but equally gross. И более философски утонченная идея, но все же такая же каверзная, такая проблематичная. There has been historically, and there are, and there perhaps will be in the future also, some devotees who take the idea of sadharanikaran, identifying with some personalities in the lila,
to an absurd extent. Есть люди, это были в прошлом, есть сейчас и, возможно, будут в будущем, которые, применяя садарани карен, то есть элемент сопереживания какому-то участнику лилы, так его утрируют, это сопереживание, соучастие. They think, oh, the Jamuna is Udipana, it stimulates our mood. Они думают, у Ямуна это Удипана для моего Remembering настроения. How Radha Krishna meet on the bank of Jamuna. И пометуем, как Радха Кришна общается на берегу, встречается на берегу Ямуны. Гирирадж Говардхан is Удипана, it stimulates our mood. How the gopis meet Krishna in Гирирадж Говардхан. Гирирадж Говардхан это Удипана, встреч гопи и Кришны в пещерах. And Krishna and gopis are embracing. Кришна и гопи обнимаются. So if I'll come together with any lady and we'll embrace each other, that will also be Udipana, it will stimulate our mood. И я, если я буду с кем-то обниматься, с какой-то девушкой, это тоже будет Удипана полезная для нашей духовной практики, будет стимулировать, подпитывать мое настроение. And in this way we can, it will help our lila smaran. Это будет вспомогательным элементом нашей практики садхана лила смаран. And not even this very Living very very close by. Я не шучу, не придумываю. Within a few hundred meters, there's a professor of Sanskrit. With a PhD in Gaudiya Vaishnavism. Товарищ такой наш профессор санскрита. And he has said yes, it's okay. Это его мнение. Он говорит, он рекомендует такую практику, такую садхану. That physical combination of male and female can be part of your sadhana. Что вот это? For remembering the Он рекомендует такую садхану, как физическое интимное общение мужчины и женщины, как составляющая духовной практики памятования лилы Кришны. So, Shukadeva Goswami is saying that vinasya acharanam mudyat. If out of bewilderment you acharanam, that means you imitate Krishna's lila. But you are not Ishvara powerful like him. Ну что, когда Рага с вами говорит, если как-то по ошибке или случайно ты самедитируешь Раса Лилу Кришны, не обладая силой для этого Айшварией. And you'll be completely destroyed, just as if you someone suggests to you, oh, you are very powerful. You should imitate the leela of Lord Shiva, who drank the poison from that came from the churning of the ocean of milk. Тебя настигнет плачевный конец. Аналогично тому, если кто-то тебя подбивал к тому, чтобы выпить яд, таким образом, как Шива выпил яд. It's funny how persons, they want to imitate the Rasa Lila, but they don't want to imitate lifting Govardhan Hill. То есть интересно, все хотят имитировать Rasa Lila. Why didn't you, Krishna lifted Govardhan Hill before the Rasa Lila? Why don't you try this first? If you can do that, then you can try that. Столько добровольцев есть на то, чтобы имитировать Rasa Lila Кришну, но нет никого, волонтеров на то, чтобы поднять холм Говардхан. Что Кришна сделал еще до того, как он явил Раса Лилу, потому если вы думаете, что вы готовы к Раса Лиле, вначале проверьте свою силу, подняв холм Говардхан. So these are gross deviations, but there's something subtle is being said here. Это, конечно, очень грубые такие извращения, искажения, отклонения от истинного духовного пути, но есть тонкости, которые все равно надо подчеркнуть. Манаса апьянишвара means even in your mind. Даже в уме. So that even includes not that you yourself are doing Rasa Lila in your mind. Это подразумевает. But by mature mind, you are trying to imagine this Rasa Lila, Nikunja Lila of Radha and Krishna. И тут идет речь не только о том, чтобы предостеречь нас от в уме представлять себя участником Раса Лилы Кришны как-то или у Кришны. Совершающим Раса Лилу, а чтобы вообще мы даже материальным умом не пытались думать об этой лиле, пытаться понять ее. If you are not Ishvara. Если вы не Ishvara. So Ishvara means the samartya, having capability. Ishvara указывает на присутствие самарти, способности. So you remember that the Rasa Lila is actually Swarasiki Lila. Вы помните, что Раса Лила относится к категории Сварасики Лила. So that person who has progressed through the stages of realization of Krishna's Naam, Rup, Gun, Harik associates, Seva, Mantramaya Upasana Lila, and then Swarasiki Lila. So the person who has gone through those stages, he has capability, they can remember this Lila. То есть Самарти, вот это Ишвара, это человек, который уже прошел все эти этапы духовного развития, уже осознал имя Кришны, его форму, качество, лилы, парикаров, мантрамаю упасана, медитацию, и уже освоил сварасики
лилу, медитацию? Лишь такая личность имеет квалификацию на то, чтобы медитировать на эту лилу? So, Sri Shukadeva Goswami said, Vikriti Tamraja Badubi Idang Chavishnu Sardanvatana Sunayadana Vani Yetya Bhaktim Param Bhagavati Patilam Vikama Vidroga Asupa Apanom Chachirena Dhiraha. That Sradanvita, if one is infused with a deep faith, Shukadeva Goswami говорит, если кто-то преисполнен крепчайшей верой, Anuswinayat, and they are hearing and chanting continuously. И он слушает, он воспевает и слушает непрерывно. This beautiful pastime of Krishna and Braja Gopis. Эту прекрасную лилу Радхи Кришны и Враджа Гопи. Then it's so powerful. Bhaktim Param Bhagavati. Love like Braja Gopis love will enter their heart. Этот процесс настолько могуществен, что любой Браджа Гопи заполонит его сердце. Хридрогам аси пахинот. And will remove the disease of the heart. И вылечит его от болезни сердца. Кам. От камы. Here Kam, as Krishna said in Bhagavad Gita, avritam jnana maitena jnanino nityavarina. This Kam is covers your knowledge, your vidya. Что Кришна объясняет в Гите, что кама скрывает видию, знание. So it means that this love of gopis comes and it destroys Here Kam as means avidya. И то есть, то, что говорится, любовь Враджа Гопи заполнит сердце и исцелит от авидии. Авидия is the ридрог, the disease of the heart. Авидия – это болезнь сердца, ридрога. Сад-Кришна нама чаритани ситаптя видья, питопатасарасанасе нарочикану, кинтрадрана нудинам калусайвежиста, садми крамат баватитат ганамул антри. The disease is destroyed at the root, the disease of avidya. И тогда вот эта любовь выкорчевывает вот эту болезнь авидии сердца. So, if one thinks that you have to become free from avidya, that means a mukta purush first, and then you should hear this, then you, it is wrong. То есть неверно думать, что надо вначале стать мукта пуруша, а потом уже только слушать раса лилу. Это неверный подход. In Gita, Sri Krishna said, Brahma Bhuta Pasanatma Nasojati Nakanshati. When one becomes Brahma Bhuta, you have realized that you are spiritual in nature. You have realized Brahman. You are free from all hankering and all attachment, all sorrow. You see everyone equally. Then Mad Bhakti Mabate Param. Then after that, Bhakti appears. This is a rule for those who are on the path of Jnana Mishra Bhakti. Krishna объясняет Бхагавадгите, что сначала надо стать, осознать Брахмана, избавиться от пристрастий, то есть от привязанности и от отвращения, то есть стать, и лишь потом можно уже совершать Бхакти. Но это предписанный путь для Jnana Mishra Bhakti. But for those who are in this Bhagavad Marga of hearing the beautiful pastimes of Srimad Bhagavatam, it is said, Bhakti Param Bhagavati Patilabhyakam. First, this love, like Gopi's love, will come and it will take away that last avidya. Но Бхагавад Марг, путь вот этого более спонтанного служения, следования возвышенным ачарьям, которые повествуют Шримад Бхагаватам, это иной подход. И вначале приходит вот эта любовь и изгоняет всю авидию потом. And one who understands this fact, because scripture has explained. Scripture says that Gopi's love will come first and then drive away the last avidya. That person is called dhira, a sober person. И такого человека, тот, кто слушается шастру, потому что шастра говорит, что придет любой Браджа Гопи и изгонит авидию, такого человека называют дхира. And they're not committing the namapada. Nama parada shastra ninda, criticizing shastra and not believing the shastra's description of the extraordinary power of listening to Rasalila Katha. И такой человек является трезвым и мудрым, потому что он не повинен в совершении намапарадхи того, что он не доверяет утверждениям шастры, потому что шастра превозносит силу слушания этой лилы и говорит, что она изгонит из сердца каму. So this is the glory of the hearing Rasalila Katha describing this verse. It should not be misunderstood to mean some gross person who is very, very lusty. The best thing he should do is always hear Rasalila Katha. This is not, правильно понять, не то, not что saying this, though some persons have tried to twist it in that way. Некоторые люди переворачивают вообще смысл этого стиха, что любой вожделенец должен сидеть и слушать Расалилу и исцелиться от вожделения своего. Это совершенно не так, это глупо так трактовать. Надо понимать уравновешенно. Все. So, Namo Nanta Lila Devaya Tudvam, I bow down to that Lila
in which there is unlimited rasa. Я склоняюсь перед той лилой, которая обладает безграничной расой. Because the rasa sri is radhika. Потому что расешвари это радика. She is the controller of this rasa lila. Without radhika, there is no rasa lila. Радика это хозяйка расы лилы. Без нее никакой расы лилы быть не может. Боли тугубина кахарарас. When Radhika left Rasa Lila, finally when Krishna found her, he said, "Without you, where is the Rasa?" Как только Радика удалилась с Раса Лилы, Кришна побежал бегом за ней и найдя ее, он сказал: "Ну какая раса может быть без тебя?" So Radhika has such a prem, astonishing prem for Krishna. Любовь Радики потрясающая, она поразительная, она любит Кришну таким образом. Srila Rupa Goswami Pada has described Mahabhav in this way: "Anuraga so samvedya." Dasha prapra prakashita yava dashaya bhritischet bhava itya vidhiyate. That Mahabhav, the highest love, has three features. Rupa Goswami Pada описывает Mahabhavu в трех составляющих. Три характеристики Mahabhavы. The first one is called Svasamvedya Dasha. Svasamvedya Dasha. So we want to see what our acharyas have written. You can write on the board. In the top, in the middle, Svasamvedya. Svasamvedya Dasha. Yeah, right at the top. Svasamvedya. Not so, yeah. Don't write so big. So, this is Svasamvedya Dasha. Sva means itself. Sva, само себя. And Sam means completely. Сам полностью, совершенно. Completely in all of its fine details. Во всем своем многообразии, во всех своих нюансах. Да, ша, ша, yes, yes, like this. Okay. So this Svasamvedya Dasha has three aspects. У нее есть три проявления, три составляющие. On the right hand side column, in the top, put Bhava Swarupa. And then in the middle, Karan Swarup. Karan Swarup. And towards the bottom, with space, the Karma Swarup. Karan, а потом Karma Swarupa. Okay. So, Svasamvedya Dasha has three aspects called Bhav Swarup, Karan Swarup, and the Karma Swarup. Три проявления: Bhava Swarupa, Karan Swarupa, и Karma Swarupa. Svasamvedya Dasha. Okay. So. First of all, what is the Bhava Swarup? Что такое Bhava Swarupa Svasamvedya Dasha? First, you should know where to put it because I have given you there, okay? So, Bhava Swarup. In Bhava Swarup, Bhava Swarupa. Radha is tasting. Radha вкушает the sweetness of Krishna. Сладость Кришны. Okay, I'll do everything myself. I'll do it. Sit down. You have to move the camera. Yeah? So. Итак, Бхава Сварупе Радика вкушает сладость Кришны. Radha. She is. That has the act of tasting. Она вкушает. Sweetness of Krishna. Вкушает сладость Кришны. Now what happens is? Что происходит? This is done due to the Hladini Vritti. Это происходит посредством Hladini Vritti Anuragi. It's by Hladini Vritti. Hladini Vritti of Anurag. And in this Hladini Vritti, this pleasure potency, there's intense utkanta, intense yearning. И в этой энергии удовольствия присутствует интенсивное желание. And it's so intense that Radharani forgets who she is. И от интенсивности этого стремления, этой жажды, Радика забывает о том, кто она.
She forgot who I am. Она забыла, что она Радха. She, due to the intense utkanta, the intense eagerness, she even forgets about the sweetness of Krishna. И вообще забыла о сладости Кришны от этой интенсивности, переизбытка эмоций. In other words, the subject and the object. Субъект и объект. Completely forgot. Потеряны, то забыты. And the, in eagerness of the eagerness to taste Krishna, due to her intense utkanta, this only thing that remains is the act of tasting. Остается лишь само действие, вкушение, восприятие. She's only aware, this is so lovely. But what it is and what she is or anything. Она уже не помнит, кто она и что именно она вкушает, но вот сам она просто этот процесс вкушения уже настолько очаровал ее, что она обо всем забыла. That's right here. Forget. Что она забыла о том, кто она. So she forgets. И чью сладость она, и что она вкушает, но вот она просто вкушает и... She forgets the subject and the object, only the act of tasting is there. Сам процесс, только акт от этого вкушения остается. Then the current swarup. А карана сварупа. That is the samvit. Это самвит. The consciousness aspect of anurag. Сознание, аспект анураги. It tastes Sri Krishna's sweetness. Она пробует сладость Кришны. So here there's the awareness of Krishna's sweetness. Тут присутствует осознание, восприятие сладости Кришны. Which is tasted, and the cause of tasting is anurag. Anurag is such. That Krishna's sweetness seems newer and newer at every moment. Анурага это то, что вкушает, а природа анураги такова, что все время Кришна его качества кажутся новыми и свежими все время. Now, the karma swarup. Карма сварупа. Now, by the combination of Hladini and Sanvit. Благодаря комбинации хладини и самвит. Now here, the sweetness of Krishna сладость Кришны is tasted by the excellence of anurag. Пробуется уже самой анурагой. Воспринимается анурагой. Превосходством анураги. Because before only the Tladini was functioning, then only the Samvit was functioning. But now anurag itself, which is combination of samvit and ladini, is tasting the sweetness of Krishna. То есть изначально только хладини доминировала. Потом самвит анураги, а сейчас уже сама анурага испытывает сладость Кришны. But what happens? Но что происходит? At the same time, the excellence of anurag is tasted by. Well, let's put it here. Превосходство анураги вкушает сладость Кришны, воспринимает. Tasted by Krishna's sweetness. А сладость Кришны уже вкушает превосходство анураги. Друг друга уже кушает. Okay, so the excellence of anurag is tasted by Krishna's sweetness. So what happens here is when Krishna's sweetness is tasted by the excellence of anurag. Пока превосходность анураги пробуют сладость Кришны. Then this anurag increases. Она усиливается, анурага, от этого процесса. То есть анурага насыщается сладостью Кришны, становится сильнее. And when the excellence of anurag is tasted by Krishna's sweetness, Krishna's sweetness increases by that taste of the anurag. И в свою очередь, so this also now increases. Сладость Кришны начинает вкушать превосходство анураги,
и от этого усиливаться. And none of them know any defeat. И никто не потерпит поражения. So the Radhika's Anurag, her love is tasting Krishna's sweetness, and it's causing her love to increase. And Krishna's sweetness is experiencing the sweetness of Radharani's love, and his sweetness is increasing. So now there's a competition with no end. То есть вот это мы слышали о соперничестве бесконечном между любовью Радики и сладостью Кришны. То есть ее любовь Анурага начинает насыщаться, вкушать сладость Кришны. От этого становится интенсивнее и сильнее, а в ответ сладость Кришны усиливается. И вот так они конкурируют. So, we're still not there yet. We haven't got to Swasamveda Dasha, but we're getting there. Не разобрались с Свасамведе и Дашей. So, you can see by the direction of the arrow that the word karma means object. Like in a sentence, you have nominative and accusative, and the accusative word is the object. The word karma means object. Like the word which is the accusative of the sentence. Существительно? Да. Существительное, думаю, карма. I see a house. Right? The house is the object. I is the subject and C is the verb. Объект, предложение. Это как дополнение, что ли? Subject, verb, object. Если я вижу дом, дом — это карма, предложение. You have grammar? Кто грамматику изучал? Who studied grammar, Russian grammar? Кто в школу ходил? Кто-то в школу ходил? Это, наверное, дополнение. Подлежащее, подлежащее глагол сказуемое. Вижу это сказуемое. Да, вижу дом, это кто? Это дополнение, по-моему, нет? Дополнение. Карма — это дополнение. Карма means дополнение. Дополнение. So, these are the karma surup. Вот это карма сварупа, это дополнение. Krishna's sweetness and Anurag itself. То есть тут они вот стрелочки указывают, что Анурага вкушает сладость Кришны, то есть сладость Кришны дополнение. Okay. И тут сладость Кришны вкушает превосходство Анураги. Превосходство Анураги дополнение. So, when the Bhav Surup, the current Surup and Karma Surup in a sequence become the object of Anurag. И когда Бхава Сварупа, Каран Сварупа и Карма Сварупа становятся объектами, в своей последовательности становятся объектами Анураги. So first, the Bhav Surup becomes the object. It becomes the object of experience of Ladini Shakti. Бхава Сварупа становится объектом восприятия Ладини Шакти. The current surup becomes the object of experience of samvit shakti. Затем карана сварупа становится объектом восприятия самвит шакти. And then finally ладини and самвит, which is anurag. И потом уже анурага, комбинация ладини и самвит, has for its object of experience. Начинает воспринимать the sweetness of Krishna. Сладость Кришны. And the excellence of Anurag itself. И превосходство самой Анураги. So this is where, this is Anurag. Это Анурага. So Anurag has for its objective experience the excellence of Anurag, which is constantly increasing due to the tasting the sweetness of Krishna. So this is Swasamveda Dasha. This is what Swasamveda Dasha means. Swasamveda Dasha — это вот это состояние, когда Анурага уже начинает воспринимать превосходство Анураги, которое постоянно усиливается благодаря тому, что постоянному увеличению сладости Кришны. So, altogether, this is Swasamveda Dasha, but it only becomes Samvedya, Swasamvedya, completely tasted in the final stage when the excellence of Anurag becomes the object of Anurag itself. То есть это агрегат, все эти компоненты в агрегате являются Свасамведе Дашей, но ее называют Свасамведе Даша только когда она достигает своего пика, вот этого этапа, когда Анурага начинает уже воспринимать превосходство Анураги, которое постоянно растет благодаря тому, что усиливается сладость Кришны. So Radhika in Mahabhava experiences this. Это состояние Радхи. In detail, step by step by step. That's what's called Samvedyok. Completely, in complete detail. И Радика поэтапно это в своем состоянии Махабхавы испытывает во всех нюансах и подробностях. So it's I had to
spell it out, because if I just explained it, you would be. Мне пришлось это все расписать, потому что если бы я просто. So you can take a photo of it. Устно рассказал, вы вообще бы ничего не поняли. Поэтому хотя бы сфотографируйте, как-то смотрите и понимаете. So Satyavrata Rishi is saying, Namo Radhikaye Twadiya Priyaye, I bow down to your Radharani. She has this, she is your foremost devotee and relishing all the rasa of Krishna to the fullest degree. И я склоняюсь перед твоей возлюбленной Радхарани, которая твоя лучшая, самая возвышенная преданная, которая во всей полноте вкушает твою сладость. So Srila Raghunatha Swami said, Bhajami Radham Aravinda Netram Gwarami Radham Madurasmitasam Bhajami Radham Karadabaradham Tato Mamanyasti Gatina Kapi. That this dedication to the service of the lotus feet of Radhika is the highest and sweetest goal of life. Raghunatha Goswami сказал, что преданность служению лотосным стопам Радхики — это наивысшая цель и награда жизни. Because it affords one the deepest realization of Krishna's sweetness also. Такое положение допускает возможность глубочайшего познания сладости Кришны. Эй, Премадвари Нитья Радика Экали Амара Мадурья Мрита Ашваде Сакали. Only Radhika through her prema realizes the rasa of Krishna fully. Только Радика через линзу своей премы во всей полноте ощущает и вкушает расу. Not others. Другим это недоступно. But those who are surrendered and dedicated to the lotus feet of Radhika, the degree to which they are absorbed in her service, then her Mahabhav has a Yavadashray Vritti. That means it spreads out and becomes vyapt and pervades those who are the receptacles of her love. The degree to which they can receive it depends on how they are devoted to her. Но благодаря такому феномену, как Явадашрай Рити, способность любви Радики проецироваться в сердцах, кто находится рядом с ней, в той степени, которой эти личности преданы ей, верны и любят ее, в той степени они смогут перенять. То есть в их сердцах отразятся вот эти эмоции и чувства Радики. Vritti means the action of Radharani's prema. Vritti — это действие, функция премы Радики. Yavat means as much as. Yavat — в той степени, в которой. Ashray means the shelter. Ashray — прибежище. So as much as one is the in the shelter of Radhika. To that degree, one becomes the shelter of the action of her prema. В той степени, в которой кто-то предан Радике, в той степени эта личность может стать сосудом восприятия ее любви. So Yavadashray Vritti should be. We'll explain it tomorrow. Мы завтра объясним это. It's Yavadashray Tavad Vritti. Yavad — as much as one. В той степени, в которой. Is an ashray, a shelter of that love. Tavad, to that degree, the vritti of Radhika's prema will come to you. So Yavad, that's why Tavad Vritti. В той степени, в которой вы преданы Радике, в той степени ее любовь отразится в вашем сердце, ее эмоции станут доступны вашему сердцу. So now it's time for arti. Сейчас надо бежать на арти. So we'll continue tomorrow. Гору Премананде, Хари!